Привет, меня зовут Аня Рубик, вы смотрите телеканал World Fashion. Креативный директор воспевает настоящих женщин, чувственных, сильных, дерзких. За это мы и любим Versace. Привет, меня зовут Шейн. Мы находимся за кулисами показа Versace. Я выйду на подиум в платье с оранжевыми декоративными элементами. Наряд многослойный, также на мне полупрозрачная юбка. На шапке надпись «Equality», что значит «равенство». Я выйду на подиум в темном платье с лаконичным декором. Просто белые линии. Подол достаточно широкий. Привет, меня зовут Ричи. Мы находимся за кулисами показа Versace. Мой образ контрастный. На мне будет фиолетовый жакет в клетку, надетый поверх топа насыщенного оранжевого цвета, а также брюки. Тон кожи идеально свежий, на веках насыщенные черные стрелки необычной формы. Ультрасовременный макияж в стиле Versace. Мы создали чувственные и роскошные прически в духе Донателло Версачи. Использовали цветные искусственные пряди, вдохновившись скорее даже не стилем панк, а просто современной уличной модой. Мне нравится, что в одежде Versace девушки выглядят сильными и чувственными. На показах всегда царит веселье, прекрасная музыка, высокие каблуки. Versace лучше, чем какой-либо еще бренд, воплощает рок-н-ролльную эстетику. Донателло творит со свойственной ей энергичностью. Она вдохновляется музыкантами, а музыканты ею. Они тесно сотрудничают. Дизайнер часто создает концертные наряды. Я всегда восхищалась сильными и чувственными образами Versace. Привет зрителям телеканала World Fashion. Я Кьяра Феррани. Я в восторге от изящных творений дизайнера. Versace — итальянский бренд с богатой историей, один из моих любимых.
Коллекция воплощает знаковый стиль Донателло Версаче, воспевает силу и женственность. Мне нравится, как элементы спортивного стиля сочетаются с футуристичными нарядами из кожи. Великолепный показ. Квинтэссенция стиля Versace. Сразу вспоминаются первые коллекции бренда. Все то же сочетание рок-н-ролла, панка и эстетики от кутюр. Я в восторге. Потрясающая коллекция. Я впечатлена. Дизайнер воспевает женскую силу и вечные ценности.